Ну тут, в принципе, есть необычные вещи в этой игре. Мы читали. Я не могу по воде ходить, плавать. Ну, может, птичка поймает там золотую рыбку. Ну что там слева-то я могу там еще пройти? Ворон, по идее. Больнее бьет, но медленнее. А, дурак. Я еще в стриме не знаю, чем заняться. А, все понятно, здесь я не могу, пока плавать не научусь. Уже и стримы начал запускать в рабочее время или пораньше. И здесь я не допрыгну. Понятно. Выбора нет, в общем. Найти, чтобы подменить его. Типа там его жена с другой стороны стоит. И они давно не виделись. Она волнуется за него. Когда все сферы улучшения здоровья найду, надо вернуться. И тогда я смогу этот квест сделать. Бокс.
Слаймы? Никто из моих фамильяров не может сделать, сдвинуть этот камень. Ключик. В воде ходить не умею. Шорткат. И там, может быть, я теперь смогу взять. Ну что, любимый, нашла ты котов Светозары? Они разбежались, золотцы. Эти пушистые твари куда более ловкие, чем я думала. Эта кикемора похожа на продавщицу местную. Используй зверобой, чтобы тут все разнести. Нам нужны эти коты. Мне же сокровище мое. Как иначе ты найдешь путь к коту Баюну? Никак, никто, кроме этих ушастых существ, не знаю, где его искать. Спускаюсь обратно в болото. Может, забежал туда кто из них? До встречи, дома мой хороший. Буду ждать тебя у нашей чарусы, свет очей моих. Спустись, коль осмелишься. Ну давай, сейчас. Ты же кикимора болотная за котами, значит, пришла. А тебе кнопка, какое дело? Нехорошо это у бабушки старенькой котов воровать. Ты манера меня учить пришла. Ну давай попробуем. А это того же чувака Магириана, так что... Неудивительно, что напоминает. Блин, сдох. Ну, изи. Ну, можно было зелье какое-нибудь съесть. Да, да, это он же.
Первый босс не женский был, так что нет, точно не прослеживается в этой игре. Но здесь много женских персонажей, это стопудово. Граница или кнопка отожмется? Здесь не отожмется. Не отжалось. Только сунься в болото. Трава поможет отпугнуть беса. На какой черт не отпугивает бес? Одного кота нашли. Ну тут, как бы это сказать, первый босс вообще был не похож на человека. Это гриб был. Так, да я не пройду все. Было пойти сохраниться. Кота одного отыщи. Направо-налево. Дать что ли? Ну, короче, кот Баюм там где-то на северо-востоке живет.
И туда там какая-то запутанная дорога. Первая кошка сказала, что там идти сначала направо, потом налево. Точно не сушился второй колодец. Да. Ну. Не могу сказать, что игра мне больше, чем Фермониум нравится. И в обоих есть свои проблемы. Эй, контроллер. Резко контроллер решил почему-то перестать работать. Ему непонятно. Ну, то есть он включен, но он не работает. Там вниз можно свалиться. Ну и где черепа? Где? Где они? Рунный камень. Это, видимо, молитва. Молитву я смогу дать. Я зря, наверное, тут сохранился, но, допустим. Прибавил ему к максимальному ХП. Враг залез по уступу на юге. Так что не такая уж и глушь. Что ты тут делаешь? Мой отец тяжело болен. Из знахаря у него уже побывали. Сказали, что чудо — наша последняя надежда. Вот мы с братом ищем чудо, золотую рыбку. Ставил младшего сидеть ловить ее в деревне, а сам сюда пошел. Потом, может, к болотам двинусь. Конечно, в деревне ее нет, но я не могу потерять еще одного члена семьи. Пусть сидит в безопасном месте. Очень благородно. Я понимаю, что надеюсь на невозможное, но любовь всегда вынуждает нас верить в чудеса. Чудес не бывает без любви, ровно как и любви без чудес. Вот вспоминаются психологические россказни Фермониума. Надеюсь, что ты прав. Я сама верю в чудо в своем путешествии. Знаешь, что может тебе помочь? Короче, алтари... Чем больше молитв я знаю, тем больше бафов будет. Вот писи что ли? Thank you.
куда я тут приду. Наверное, телепорт тут будет. Здорово. Кто ты, жестокая девочка? Меня же зовут Олес, ты почему ты называешь меня жестокой? Погубила множество существ, охраняющих эти озера. Но они ведь сами нападают. Я просто хочу найти маму. Мы не выбираем сторону в этой битве. Им суждено охранять озера, тебе суждено искать мать. События наших судеб определяют то, с кем мы вступим в бой. Это же несправедливо. Разве есть справедливость в насилии? Даже твои фамильяры, они не выбирали своих врагов. Ты гораздо разумнее всех существ, как... кого я встречал раньше. Ты тоже будешь со мной сражаться? Русалки этих озер призвали меня ради битв. Это моя судьба, Алеста. Защищайся. Вау. Бой окончен. Я повержен. Но не хочу, чтобы ты умирал. Чего же ты хочешь, девочка? Сделать все возможное, чтобы найти маму. Когда мое существование исключает твою возможность добиться желаемого. Если тебя это успокоит, то мы, духи, умираем по-другому. Вы умираете, чтобы обрести иную жизнь. Мы умираем, чтобы переродиться в этой. Это потому, что мы не живы вовсе. Мы существуем где-то между ваших миров. Ты переродишься тем же существом, и мы встретимся вновь? Если будет так, то мы снова встретимся в битве. Сражался отважно. Надеюсь, ты найдешь свою мать. Хотя я даже не знаю, что такое мать. Окей. Единственный камень призыва. Это алтарь для него нужен, возможно. Возможно. Максимальный уровень амулетов увеличен. Телепорт. Тут стоит. Даже если я телепортнусь, то я телепортнусь в вот ближайший сейф. Ну, тут забавно, что у нас одна игра это Black Book, вторая игра это, и что здесь тоже хватает всяких приколов. Славянских. Diablo 4 анонсирован на 6.06. А тогда уже 23-е. Немножко на год позже. А, да. Я неправильно прочитал. Thank you.
Блин, мне лень было ждать. Медленно они плавают. Это что ли лабиринт? Я думаю, можно и без котов подобрать. Так, ну здесь я наверх не поднимусь. Помру еще. То, что он не спрыгивает почему-то. Может мне зелье какое-то выпить. Скорость атаки увеличена. Я из ближайшего думал про Хогвартс Легаси, он 10 февраля выходит. Нормальный уровень маны увеличен. С уровнем амулета поочередно растет сила и защита.
что-то полезное за стенками тоже прячется. Это ежило. О, сейф, это хорошо. Репорт. Как собирается к болотам отправиться ловить. Ловить золотую рыбку. Райки с кошачьей мятой ел и ничего не может сказать нормально. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ну, в общем, вот пароль. Как пройти через лес, теперь я знаю. Получена запись с инструкцией. Там, где знак вопроса, там чувак с рыбой был. Теперь нужно к старшему брату зайти, чтобы ему рассказать, что младший брат отправился в болото ловить золотую рыбку. И там, блин, до него пилить пешком. Пройду.
Ох, мне не вернуться домой. Что стряслось? Ты же рядом гнездо, куда хочешь донесет. Ирин поругался со мной и моей сестрой, вот и застрял я тут. Наш дом далеко на западе, в горах. Мне бы метлу, чтобы долететь до туда. Вот и Бубы. Собственно. Ну, здесь все в тупике сплошные. Скорость атаки это что больше? Все равно у боссов время неуязвимости есть, а обычные враги все ваншотятся. Это щит из ежей, да, все так. Сколько денег, а тратить их толком не на что. Ну там налево нельзя пройти. Отправиться его искать на болото. Теперь. Тут ты атакуешь не оружием, а фамильярами. Да, здесь я не могу пройти. Там внизу. Да, видимо, клоуна того еще не нашел. Вернемся. Там можно типа зелье покупать. Так, ну что там записано? Иди сначала на восток, потом на запад, потом на юг, два раза, и один раз на восток. На восток, на запад, потом на юг. Я не нажимал влево.
А на восток, потом на запад. А, блин, я прихожу справа. Окей. Волшебник был. Наверх я там не умею пока. Да лут джампов никаких нет. Пися. Толку запрыгнуть я не могу. Телепорт. Тупик. А, нет, отсюда еще можно. Глина. Глину можно телепорты отменять.
Я тоже не могу пойти. Как вот нашел кузнец. В общем, кузнец пошел на поиски девочки из деревни. Заблудился. Дать зелье телепорта. Может быть, он мне что-то начнет делать. Уже я не допрыгну. В деревню к кузнецу сходить. Три браслета, говорит, есть. Каждый из них может улучшить. Сила на один, защита на один. Вот куда деньги сливать можно.
Может, по нему топать можно было? Да, теоретически сверху можно свалиться. Дышать огнем еще дальше. Пока удобство каких-то дэшей. Не знаю, даблджампов, ничего такого не было. Ну что, тут код Баюна или что?
Да, я даже не запрыгну наверняка. Ну, вероятно, даблджам будет. Слишком много его закрыто чем-то подобным. Ты что, заблудился? Опасно в дебри хотел гулять. Где твой дом? Тропу одну ищу. Да в этой чаще к самому Чернобогу найти можно тропу. Что за место нужно? Твердомир держит путь на запад. Люди в капюшонах, это какие-то служители Чернобогу, перестали быть людьми. Хотят его призвать в наш мир. Нам надо найти три алтаря Чернобога, которые распечатают проходы. Типа эти какие-то неуязвимые должны ребята, похоже. Шорткат открыли. Думаю, это можно пока закончить. Сорок процентов. Давайте, всем спокойной ночи, завтра продолжим. Спасибо, что пришли.